А я видел в интернете, Глотова у вас там ящик, ты-то там рядом вообще. Ну, херово, что там как. Давно нахуй им похую, блядь. Ответчики будут. Какие, блядь, ответчики? Что, блядь, когда уже отвечать будет, да? Какие, блядь, ответчики? Хуйня это. А я видел ролик там, блядь, по нему показывали, по всей улице, как мой дом. Вся улица такая же, блядь, не останется. А хозяйки уже давно не было. Блядь, захожите бумаги, блядь, молчат, все, блядь. Все, давайте, все, блядь, вот ждите, блядь. Вот сейчас ходил на прошлой неделе. Короче, как все у нас государство, никому ты нахуй не срался, блядь. Нужен, когда с тебя есть что взять, а когда тебя взять нет, то, блядь, нахуй никому не срался. И хуй, блядь, и ебите все хотите, блядь, куда они... Такая хуйня и мне начали объяснять, вот мы вам дадим там, давайте это, я что вы дадите, блядь, еще и по минималке считать, говорю, да идите вы пи***ю, идите нахуй, тройте тогда на том месте, что построите, блядь, раз так, у того нельзя купить, у того нельзя, только в той организации, которую мы, блядь, одобрим, я что-то послушал, да идите вы, говорю, нахуй, такими, блядь, условиями, блядь, стройте тогда, блядь, стройте на этом месте, жена уже до губернатора ходила, там все, блядь, забегали, когда она пошла. Уже тогда не до света.